Пищеблоку от флота. Спасибо. Грозе зверей. Спасибо. Укротителю приветствую. Здравствуйте. Морской привет. Лектору. Привет. Боцман, боцман. Конфетчик. Ну давай. Действительно похож на меня. Смотри. Александрович, а откуда это они вас знают, эти моряки? А кто не знает Шулейкина? Ну, где вы с ними встречались? В тропическом порту, на экваторе. Ой, расскажите, а? Хочешь, верь. Хочешь, не верь. А дело было... А, наконец. Здрасте. Здрасте. Шулейкин. Очень приятно. Очень приятно. Ну, скоро будете на родине, товарищи. Знаете, я одессу во сне. А, есть, одесса. Груз примите прямо на палубе. Хорошо. Вот документы. Спасибо. А сейчас пойдем на судно. Хорошо. За мной. Ну и заждался же я вас. Вы знаете, ночью неожиданно позвонили. Ночью. Я не подготовился. Туда, сюда. Если бы я просто не сумел. Какая радость, а? Скажите, пожалуйста, а что случилось с вашим сопровождающим? Малярия. Ах, малярия. Да. Скажите, а что за груз я должен сопровождать, если не секрет, конечно? Тигры. Ах, тигры. Название фирмы. Какой фирмы? Пара львов, 10 тигров. Как львов? Просто это серьезно? А что вас смущает? Я совершенно не знаком с этим делом. Ну так познакомитесь. Главное не болтать ничего лишнего. Все будет в порядке. Послушайте, но я еще жить хочу. Так живите себе на здоровье. Нет, я не могу. Чего вы не можете? Вы что, хотите сидеть здесь до следующего судна еще 5 месяцев? Нет, я не могу. Что вы? Я просто не могу. Вы что, мальчика нашли, что ли? Возьмите документы. Нет, и нет, и нет. Вот ваши документы. Ступай. Я прошу со мной. Не-не-не-не-не-не. Прошу садиться. Прошу со мной. Прошу садиться. Да какое вы имеете
запрещаю им приказывать! Я запрещаю вам меня уговаривать! Ничего, ничего. Постойте! Ну? Постойте! Да. Я боюсь, как бы чего не было. Да ничего не будет. Вы только не вмешивайтесь. Я сам обо всем договорюсь. Да? Да. Послушайте. Ну? Я бы хотел. Да ну, спокойно. Спокойно. Груз прибыл, товарищ капитан. Можно принимать. А, очень хорошо. А я, признаться, думал, что пойдем домой с неполным грузом. А какой груз? Палубный. 12 мест. А-а-а. А все-таки какого характера груз? Вы понимаете? Тихо. Жук, да! Париж! Да, 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 вот учудило, а? Вот не сомкнулся, что? Так вы говорите, 12 мест? Да-да, 12 мест. Угу. Вот так, давай! Давай, давай! Раз, два! Хорошо! Раз, два! Поехали! Ищи, старпом! Что это? Извините. А теперь мне скажут, а вас попрошу в рабочее время не отвлекать команду. А вас в рабочее время попрошу не отвлекать команду. Делаю вам замечание. Значит, ставим на погрузку? Да-да, конечно. Что у вас на голове? А, обыкновенная прическа. Форма называется «Я у мамы дурочка». А что? Очень жаль, что форма соответствует содержанию. Сейчас же снимите это безобразие. Ну, знаете ли что? Товарищ буфетчица, если вам нравится носить швабру на голове, носите, только не в служебное время. Я? И попрошу вас не пререкаться. Я еще и не пререкаюсь. Я по вашему лицу вижу, что вы пререкаетесь. Что, затылком видите, да? Товарищ буфетчица, перестаньте пререкаться. А я же еще не пререкаюсь. А я говорю, пререкаетесь. Нет, не пререкаюсь. Не пререкаетесь. Молчать! Олег Николаевич, прошу вас, там сейчас начнется погрузка. Приглядите. Хорошо. Моя сестра просила взять тебя в рейс. Я думал, что море сделает из тебя человека. Ну, дядя... Надо же, в конце концов, чем-нибудь заняться всерьез. Все мне надоело. И море ваше противное, и корабль ваш противный. Вот видишь. И Олег ваш муж. Противный Петрович. Олег Петрович строг, но справедлив, живет по системе. Он ко мне придирается. Он на меня внимания совсем не обращает. Ну вот, ты сама себе и противоречишь. Я прошу тебя, перестань с ним ссориться. Ай. Пусть кончится эта глупая война между тобой и старшим помощником. И чтобы в коллективе наступил мир и тишина. Что вы, Мариночка? Ира! Ну что, что, что вы смотрите? Вы что, тигра не видели, да? А если они дознаются, что я не укротитель, а работник пищеблока? Вы же сами просились вместо заболевшего сопровождающего. Просился. Просился, потому что не могу в ихнем климате. Даю, как свечка. А я не могу держать здесь больше купленных зверей. Мне торгпред запрещает. Они всю валюту сжирают. Лошадь в день жирают на инвалюту. И ко всему тому, каждый тигр 40 тысяч золотом стоит. Шутка? Перестаньте ее деть. Черт его знает. Работал тихо, мирно в торгпредском буфете. Самое максимальное зверство, с каким имел дело. Резал любительскую колбасу. И вдруг на тебе. Львы, тигры. Подвели меня, товарищ. А что там? Знал бы характер груза. Да вы не волнуйтесь, товарищ капитан. Как не волнуйтесь, не волнуйтесь. Однажды везли мы жирафов из Гамбурга. Ну что? И вдруг в одну шею перетерлось. Перетер? Как перетер? Да, так перетер. Чего смеетесь-то? Скандал. До сих пор отписывают. Не беспокойтесь, у наших зверюшек шея не перетрется. Счастливого плавания, товарищ. До свидания. Вот, познакомьтесь. Товарищ Шулейкин. Очень опытный укротитель. Охотник. Работает всегда в одиночку. Будет сопровождать груз и кормить зверюшек.
Очень приятно познакомиться. Героическая у вас работа. С вами будет спокойней. За беспокойство не беспокойтесь. This way. Well, this place will do. Leave the bag right here and you may go home. All right. Our company is happy to have you among our clients. And awards you with a small present. А это что такое? А он говорит, что это как бы премия оптовому покупателю от фирмы. Goodbye, sir. Goodbye. 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 А что там в мешке? А черт, я сам не знаю. Извольте. А где же мешок? А кто его знает? Так не мог он сам уйти. А? Да, конечно, не мог. Ой. Что вы, Мариночка? Меня за тигра приняли, да? Какой там тигр? Я сейчас такое видела, такое! Круглое и само ходит. Круглое? Ага. Ври больше. Черти все равно сожрут. Супер. Попробуем, что за зверский витамин. Тебе. Вот. Тебе я давал. Тебе я давал. Тебе я, кажется, тоже давал. А, черт, все на одно лицо. Идите сами. Я тебе. Товарищ капитан, у вас есть это вилы? Нет. Дайте пожарную лопату. Пожалуйста. Вон там, на щите у клеток. У клеток? Да. Спасибо. Вот она. Олег, гоп!
Кто же это у нас на судне хулиганит, а? У меня есть некоторые соображения. Да? Но... Ежели вы кого-нибудь конкретно подозреваете? Я не могу никого подозревать, но просто рассуждая о характерах. Так вы думаете, что она на это способна? Гайка. Шайба еще. А у меня болт. Ну-ка дай сюда. И у нас тоже гайка. Ну и опять. Ну пятница! Ой. Ну, черти полосатые, расходились. На тебе. Ой, за что это мне такие мучения целый день мимо вас ходить? На тебе. Хоть что у вас на второе-то? Сосиски. А почему вы о ней говорите во множественном числе? Товарищи, кушайте борщ. Борщ сегодня такой вкусный. Борщ сегодня несъедобен. В нем гайки, болты и всякие скобяные изделия. Вызвать кока. Часы. Это не часы. Что-то смешало. Товарищ, это мой именной хронометр. Точно. А если она вовсе не виновата? Да кто же тогда? Кто? Ничего-то вы не понимаете. Молчите. А я вот сейчас могу с вами сделать все, что хочу. Захочу. Щелкну вас по носу. А захочу. Закружу вам голову. Морской порядок. Вот. Маришка, а? Ты швабру взяла? И не думала. Только на секунду отвернулся. Что вы здесь стоите? Уборку делала у вас. Что, нельзя? Пожалуйста. Даже спасибо не сказал. Очень мило. Вот это уборочка. Ну, спасибо. Что-что? Что здесь происходит, а? Я не хотел жаловаться. Будьте здоровы. Спасибо. Но мое терпение лопнуло. Или я, или она. Товарищи, я, конечно, не лектор. Ничего, мы поймем. Укротитель я. Товарищи, душно у вас при взгляде. Товарищи, перестаньте же курить. Открой терминал. Они открыты. Здесь никто и не курит. Спасибо. Товарищи, дорогие товарищи, моряки, меня вот попросили провести с вами маленькую беседу.
так сказать, информацию о тиграх. Товарищ укротитель, а вы можете укротить мышь? В кладовке мышь живет, туда входить страшно. Мышь? Мышь это, так сказать, нет. Мышь не могу. Вы понимаете, товарищи, мышь это мелкий хищник. Понятно. А я работаю по крупному рогатому, то есть этому хищнику, льву, так сказать, тигру всем. А как вы воспитали в себе такую храбрость? Храбрость? Да. Ну, так я... С детства... Я тут вот начертил вам тигра, ну, конечно, как мог, в разрезе. Вот, взгляните. О, на трех ногах. Трех лапы? Да нет, четвертый, вон там. Товарищи, тигр в основном состоит из трех частей. Передняя часть. Голова. Задняя часть. А это, товарищи? Хвост. Видно? В средней части находится кострец, подбедрок, грудинка, обузок. Далее следует окорок. Ну, конечно, голье, ливер, вымя. То есть, где? Оно вот... Понятно. Ну, так сказать, проще, как говорят в народе, не по-научному, сбой. Так сказать, сбой. Сбой, товарищи. А чем же он питается? Питается? Да. Сейчас я отвечу. Сейчас. А я читал, что он человеческими жертвами питается. А что? Ну что ж, очень может быть. Да вы посудите сами, товарищи. Чем ему питаться, когда у него кончается и конина, и говядина, и рыбий жир? Вот он и жрет человека. Но это, значит, в тот момент, когда у него нет других продуктов. А как же вы их не боитесь? Укращены. Вот хотите, верьте, товарищи, хотите, нет. Укращены лично мною. Тигр, он ведет очень, просто очень хищный образ всей своей жизни. Простите. Что случилось, дядя? Я тебе больше не дядя. Теперь я понимаю, кто творит все безобразия на судне. Дядя, я ничего не делала. Вы ничего не делали. А я не с вами разговариваю, дядей. Ведь вы больше не дядя. А я ничего не делала. А кто же устроил погром в каюте Олега Петровича? Тоже не ты? Не я. Тогда кто же, говори, кто? Не знаю. Кто это? Вот тебе и премия от фирмы. Немедленно изловить и утопить. Обезьяна на судне страшнее динамита. А где укротитель? Товарищ укротитель, пожалуйста, сюда. Прошу вас. Товарищ укротитель, изловите ее. Кого? Макаку. Обезьянами не занимаюсь. Мне давайте тигра, льва, этого леопарда. В крайнем случае могу взяться за крокодила, но макаку нет. Жаль. Жаль. Ну, товарищи, вы ловите организованно, по системе, половина командой, со старшим помощником, идет правым. Я иду левым бортом. Вскрыть горючины! Таким образом, стратегически она неизбежно попадет через люк в трюм. Вот, Смоляков,
приготовьте трюм с брезентом. И как только макака упадет в трюм на тюки, вы ее хлоп. Ясно? Ясно? Пошли. Вон она! Смотри, моя тельняшка. Ловите, ловите, ловите! Держи ее, держи! Вот, вот она, вот, 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 вот! А! Поймали! Поймали! Уже поймали! Теперь не убежит! Поймали, поймали, ребята! Теперь не побегали! Горячих спать! Тихо! Тихо сиди! Придет капитан, он тебе покажет, как гайки в борт сыпать! А это чего ж мы поймали? Шевелится! Да! Откройте. Осторожно, осторожно. Тихо, тихо вы, ну тихо. Товарищ капитан, это вы. Вот ты где. Подарочек фирмы. Ты знаешь, что тебе приказано утопить? Что же мне с тобой делать, приятель? Ну-ка, писай. Войдите. Олег Петрович, я все думаю об этой проклятущей макаке. Где же нам ее искать, а? Искать ее больше не нужно. Я ее поймал и кинул за борт, да? Да. Согласно вашему приказу. Ну, вы железный человек. Я, наверное, не смог бы. Что это? А это разбитое зеркало. А? Хоть мне показалось, будто у меня какое-то странное... Странное выражение лица, и будто я не брит. А? Так вот, я пришел поговорить о вашем рапорте. Теперь, когда окончательно установлено, что хулиганил на судне вовсе не Марианна. Но... Ну и что? Не извиняться же мне перед ней? А почему бы и нет? Она же очень старается быть хорошей. Извиняться я не буду. Ни за что. Это же... Не педагогично. У меня есть свои принципы. Ни одна женщина от меня этого не дождется. Да если вы хотите знать, она для меня хуже обезьяны. Извините. Пожалуйста. Бревно бесчувственное. Ну, я отомщу же этому типу. Так вот, я повторяю тебе. Для того, чтобы тебя не обнаружили, дверь всегда должна быть заперта. Открывать ее будешь только мне. На три стука. Раз, два, три. На три, на три. Ну, понял ты меня. Ну, следи еще раз за мной. Вот подбегаю. Раз, два, три. Подбегай, открывай задвижку. И получай кусок сахара. Молодец. Маришка, ступай в кладовку, перец нужен. А мышь? Давай, давай, живо. Мотя, будь другом, сходи в кладовку за перцем, а? Иди сама, не опасайся. Нет там мыша, я позаботился. Нет, есть, я сама видела. Мотя, милый, сходи. Во
Вообще-то я мышей тоже не очень уважаю. Но для вас я готов на все. Как войдешь на левой полке, вот такая желтая банка. Выключатель слева. Ну. Что там? Все в порядке. Откуда взялись мышеловки? Это я поставил. Только я их не на Моте, а на мыша оставил. Ой, спасибо, Мотя. А за твою храбрость я тебя поцелую. Я послал радиограмму, чтобы вас снова восстановили в должности капитана. Как вы на это смотрите? Я смотрю на это крайне отрицательно. Простите, что вы сказали? Алондра! Звериные следы! Следы! А может, это не тигриный след? А чей? Человечий? А может, это... Не стройте из себя дурачка! Кто вам позволил выпускать по ночам тигров, а? Зачем? Пусть он скажет, зачем? Да, товарищи моряки, я это делаю, как каждую ночь. Тиграм надо гулять, чтоб не было рахита. И ночью я их пасу. Все равно у меня бессонница. Вот и все. Все? Нет, не все. Если вы еще раз их выпустите, я посажу вас в ящик, где хранятся якорные цепи. Дайте укротителю снотворного, чтобы он спал по ночам. А вам, Олег Петрович, строгий выговор, занесение в личное дело. На судне пасутся тигры. Джунгли развели какие. Я готов понести кару. Посадите меня, пожалуйста, под арест, только до самой Одессы. Куда садиться? Как же, Василий Васильевич? Ну, когда я приучу тебя к порядку? Дай вытру губы. Не возражай, не спорь, грязнуля. Бери ложку. Бери ложку. Ну, руками. Вот. Вот так. Молодец. Теперь аккуратно. А то ведь ты ешь, как свинья. Ну, теперь он у меня попляшет. Да ты что? До трех считать не умеешь? Это же бог. Один стук, чужие. Ну, спать, спать. Mm-hmm.
Товарищ буфетчица, потрудитесь принять вертикальное положение. Ой! Такого я не ожидал даже женщин. Соблюдайте дистанцию. Это не я, это качка. Скажите, зачем вы это делали? Потому что я вас, ух, терпеть не могу. Рыцарь. Вы можете выбросить меня за борт, как мартышку. Вы на это способны. Ух, морское чудовище. Пустите! Ай. Мариска, выходи на штрафные работы. Мы делегация от команды. Насчет буфетчицы. Хотим это взять ее на поруки. Ни за что. Она же просто веселая. Да что ж ей за это, на рее повесить? Выкиньте арестантку из головы. Отбываете? Не ваше дело. А ведь из-за вас невольно мог и я пострадать. Подули я с тобой там темный, или мимо пролетит оно, как мимолетное видение. Какой у Варта? Процентов 40 дают? Ага. Вот человек, укротитель зверей, а понимает даже кулинарию. Да? Но тебя учи, не учи. Чистый просто. А кто раскладочку утверждает? Олег Петрович. О, серьезный товарищ. Капитан-то против него пожиже будет. Так ведь он был капитаном, и на этом же даже судне. Да вот, понизили. За что же? Ревизию, что ли? За пассажир. Он в нее влюбился без памяти. Она ему мозги крутила. Красивая была, шельма. Артистка по профессии. И вот, подходим мы к причалу. А пассажирка шась к нему на мостик и говорит: так, малысяк, это мала ошибка, взаимное заблуждение. Я забыла вам сказать, что я замужем. Олег Петрович стоит в остолбенении, а корабль полный вперед работает. Так мы с полного хода перезанули в причал носом. Вот так и кончилось его капитанство. Да, выходит, человек пострадал за любовь. При чем тут любовь? Может, это просто было минутное увлечение? Что ты наделала, злыдня? Закипает. Ну скажи, какая от тебя в жизни польза? Никакой, кроме вреда. Маришка. А? Обед принес. Неси назад, я объявляю голодовку. Я требую, чтобы сюда пришел старпом. Пока не придет, ничего не буду есть. Хорошо. Кныш! Кныш! А из чего сегодня компот? Из персиков. Ну ладно, компот давай. А по остальному голодовка. Мариска, спаси меня!
Нашел, чертенок. И что ты все за мной ходишь? Зачем вы меня звали? Я хочу за все попросить прощения. Я всегда знал, что вы вздорная, бессмысленная, ни на что негодная девица. Но сегодня я понял, что вы... Вы готовы унижаться, лишь бы вас выпустили отсюда. И это все, что вы поняли. Эх вы, вещи, Олег. Ой. Извините. Давай я буду тебя кормить, кормить. Ты вырастешь большой, как тигр. Пойдешь, загрызешь его, дурака такого. Раз он не понимает, что я его люблю. И сама порчу отношения с ним. Ох, и глубже ты, приятель. А я, кажется, еще глупей. Закрой за мной дверь. Слышишь? Можно к вам? Аня, нет, лежите, лежите. Я пришел к вам не как к подчиненному, а как человек к человеку. Я все время думаю о Марианне. Не слишком ли я с ней суров? Правда, у нее было трудное детство. Трудное, собственно, для ее родителей. Согласен, согласен, плохо. Очень плохо, что она не нашла себе места в жизни, но что говорит великий Пестолоцци. Помните, я читал выдержки? Человека образуют обстоятельства. Труд! Вот что спасет Марианну. Тот самый благородный труд, что превратил обезьяну в человека. Что это? Раз, два, три. Жук, дай-ка, пожалуйста, образец. Thank you.
следы. Маришка опять сидит. Вот дает, ну врешь, не купишь. Сда. Странные дела у нас на судне. Рубка. Пять правей возьми. Я, наверное, нездоров. Я был у вас сейчас в каюте, и мне показалось. Показалось? А, нет, так, ерунда. Мне в последнее время все что-то кажется. Олег Петрович! Мамочка! Книж! Бегите к Ранишке! Пусть известит команду и укротителя! Поздно. Мы окружены. Уходите через иллюминатор. Эй, на вахте! Руто заложили! Сердится старик. Совсем озверел. Не понял вас, повторите. Thank you.
Навались! Навались! Выплюнь папиросу! Она тебе мешает! И приучен бросать на палубу! Он же изворачивается! Товарищ Сулейкин, загоняйте зверей назад в клетки! Левая и правая... Держите! Я еще не передал сообщение. Ой, братцы! У него слюна с клыком капает! Горю! Плюнь! Подожди папиросу! Ну, давай, плюнь, я приказываю! Фу, ты у меня пересохло во рту! Слюны нет! Эй, не могу! Куда ты? Товарищи, он вылезает! Куда ты? Куда привел? Иди назад! Беги! Ой-о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 й-
Товарищ, пожалуйста, не жуйте трав. Неужели непонятно? Я же в воду свалюсь. Товарищ укротитель, немедленно загоните своих сирей в клетки. Товарищ укротитель, немедленно загоните своих сирей в клетки. Левая и правая, два галоши парою, никогда не сходится, никогда не ссорится. Ах, и что мне делать, как мне быть, как Марусю полюбить? Ах, что мне делать, как мне быть, как Марусю полюбить? Я мочи, не гони. Кто это? На себе. Капитана! Тигров ничем дежурить!
Извините. Чтоб ты подавился. Братцы, Полундра! Еще не знаешь, что такое боцман. Меня так без хрена не сожрешь. Алексей Степанович, вы дверцу не забыли закрыть? Товарищ укротитель, а вы зачем здесь? Зачем? Затем, зачем и вы. Не хочу быть бифштексом. Иди сюда. Это твои звери, да? Мои. А, понятно. Ну так не мои. Ты что? Отдайся! Черт, кусаться, да? Отдайся! Вот так, давай, угощай, давай. Отпусти, не так, это же штука! Не надо кисло. Дядя, что случилось? Тонем, да? Выпустите меня, я больше не буду. Что же вы делаете? Положите на место.
Кто вам позволил? Не надо, не надо. Фу, брысь. Олегов, не надо. Вы прекратите безобразничать. Брысь. Ну, я же прошу. Брысь. Берите воду, черт возьми. Хватит! Смена не идет, а? Что-нибудь там козла забивает, что ли? А, так ты говоришь, на Дерибасовской жил, а? Товарищ укротитель. Полный вперед! Полный назад! Идет! Ура! Где есть тигр? Я его буду кротить. А? Ля-ля-ля! Ха! Ха! Укротить нельзя! Да слезаем! Дикий тигр! Надо пикбал, пистол, артиллерия! Нет-нет! Повер, вперед! Шнеллер! Шнеллер, не так! Мы заплатим валютой! Шнеллер! Вы трус! Я не трус, а я боюсь! Не надо, дайте! Помоги костюм! Пусти! Я буду жаловаться! Вы не тигр! Вы свинья! Тигр, форма! Он у вас! Летать, летать, шнельно! Куда? Куда? Укротитель! Липуй! Дядя, что случилось? Ребята,
палубе! Спасайте! Спасайте! Иду на полосатенький. Киса. Киса. Да ты, оказывается, совсем не страшный. Ничего не понимаю. И не поймете. Ну, Кис... Сейчас же отойдите от зверя. Он вас сожрет. Не ваше дело. Уходите отсюда. Уйдите сами. Раскомандовался. Не пререкаться. Кис, бедненький. Поцарапал тебя старком. Да. Маришечка, подержи этого зверя. Мне же в рубку надо. Вылезайте, вылезайте, я его подержу. Ну, садись, садись. Вот. А, держи. А! Беги, пока они не опомнились. И не подумаю. Эй, не смейся, все трубы штурвал. Ой-ой-ой. Держи ты клетку, держи, я же поехал. Там же глубоко, спасайте меня все. Прямо по курсу липы! Кто-нибудь проберите на штурвал! Скорее! Ой-ой-ой! Остановите клетку! Помогите мне! Задержите клетку! Там же глубоко, я не умею плавать! Что же происходит? Сейчас перевяжу лапку, и все пройдет. Ну так, ты мой хороший. Не волнуйся, больше он тебя не тронет. Нет. А ты тут чего разлегся? Смотри, какой лохматый. Что это у тебя на голове? Теперь такие прически не в моде. Дай тебя причешу. Вот. Товарищ буфетчица, что вы делаете? Прическу. Я у папы дурачок. Попроси у старпома косынку. Вот. В служебное время будешь повязывать. Следующий. Ну, а ты, здоровяк, будешь теперь меня слушаться? Пусть только старпом попробует теперь на меня зарычать. Сейчас же покиньте палубу. Поедешь со мной, ой, на штрафные работы, будешь картошку чистить. Слушай, Маришка, ради бога, попробуй загнать их в клетки. Мне ж команду кормить надо. Так вам и надо. Вы теперь все у меня арестованные. Вот. И ваш капитан, и ваш старший помощник, а я над вами начальник. Мариша! Почему они тебя не трогают? Не понимаешь? Я им понравилась. Маришенька, умоляю, загони их в клетки. Одеться на горизонте. Пусть старпом попросит. Олег Петрович, ради бога, пожалуйста, попросите вы, да? Товарищ буфетчик! Товарищ буфетчица, немедленно загоните зверей в клетки. А когда просят, говорят, пожалуйста. Для меня, пожалуйста. Пожалуйста.
пожалуйста, загоните зверей в клетки. А ну пошли домой. Что говорю в клетке? Ах так, да, так. Не слушаться, да? А ну пошли. Вот вам. Вот вам. Ох, рыжая команда. Что, огрызаться, да? Огрызаться. А ну пошли. Мари, остановись. Ну вас. На, на, ну поешь. На, ну, на, ну. Береги. Ребята, ко мне! Спасибо. Отдал левый якорь. Вот он, вот в точности. Красиво плывут. Кто? Вон та группа в полосатых купальниках. Мамочка, ты мне всегда снишься в каком-то экзотическом виде. Ой. Что мне делать? Ко мне! Ко мне! Скорее! Скорее! Домой, ребятки! Домой! Пошли! Вот, молодец! На пароход! На пароход! Обедать пора! Ну, пошли, пошли! Поплыли! Плывут последние. Смотри, смотри. Маришка за хвост держит. Тише ты. Да совсем не за хвост. А, нет, за хвост, смотри. Сама плывет. Я плыву. Боже, только. Зимой. Отойти от борта! Последнюю клетку подкатить к выходу из коридора! Быстро! Сидоренко, приготовиться! За последним зверем сразу захлопывай вверх! Запереть клетку! Подкатить на место! А, дядя, вот и я пригодилась, правда? Поднять левый якорь! Марианна, что с тобой? Что с тобой, Марианна? Олег Петрович, пожалуйста, медпункт ее. Поднять левый якорь!
Вы меня присчитали. А ты у меня будешь сидеть до самого причала, аферист. Что же, сдавать его будете за льва? В этой клетке лев сидел. Лев колючий укротителя! Открывай! Иди, иди ты. Смелись! Не вдыхай. Давай! Открывай! Тихо. Ага. Войдем, а он сам. Тихо. Люминал нажрался. Покосел, бедняга. Тише ты. Разбудишь на нашу голову. Держите его, держите. Брать оружие, будь человеком! Ваю. Замри, куда вылезаешь? Ходи уже, укротитель. Ну как, брат, не озверел? Кусаться не будешь? Смелей! Спокойно. Смелей, ступай! Спокойно. На вымя не наступи. Проснется. Спокойно. О, как я рад, что вам уже... Может быть, вы уже в состоянии сами пойти, а? А вас никто и не просил таскать меня по всему кораблю. До свидания, товарищ капитан. Счастливо плавать. Не забывайте. Счастливо, друзья. Счастливо плавать. Ух ты! Из механиков привет! До свидания! До свидания! До свидания! До встречи! Помоги нас! Гости к нам заходят! Пока! Видишь, оглядывается! Ну что, грустно расставаться? Тебе не тяжело? Нет? Ну, тогда пойдем. Только штаны не потеряй. Да. А потом она сидела у клеток и рыдала. И у всей команды, даже у тигров на глазах были вот
такие слезы. Хочешь верь, хочешь не верь. Какой печальный рассказ. А что, Марианна стала укротительницей тигров, да? Нет, она не стала укротительницей. И все-таки она нашла свое призвание. Неужели такая любовь так ничем и не кончилась? Я бы его нашла. Я бы его непременно нашла. Вон там, гляди, видишь? Простите, Марианна Андреевна, вас просят за кулисы. Артист заболел. Пожалуйста. Хорошо. Иди домой, вымой посуду, приготовь ужин. Ясно. И жди меня. А ты скоро? Да-да-да. Врача скорей! Скорей, скорей! Врача! Пропустите доктора. Слушай, а как же он вылез? Говорят, замок откусил. Какой замок? Что случилось? Марианна Андреевна, Васька Ахилла порвал. С ума сойти можно. Мы больной, на что жалуемся? Не будешь в другой раз драться. А зачем ты Ваське хвост откусил, а? Ой, и тебе досталось. Я тоже обязательно кем-нибудь стану. Вот возьму и пойду осенью в техникум. Честное слово, пойду. Больному нужна операция в клинических условиях. Ошейник. Видела? Я рассказал тебе всю правду. Хотите, верьте, хотите, нет. Вот. В роли Марианны снималась укротительница тигров Маргарита Назарова. Режиссер, дрессировщик Константин Константинович.